Всем привет, у меня сегодня новое видео. Хочу рассказать вам о старом аромате. Это очень старый аромат, но он продается в магазинах. Один из бестселлеров марки. Это Moschino I Love Love. Вот так вот выглядит коробка. И вот так вот выглядит сам аромат. Эстетика здесь, конечно, не для всех. Немногие любят бутылочку. Это я, кстати, тоже ее не очень люблю. Я люблю что-то более простое, линейное. Сейчас я вам прочитаю, что здесь за ноты. Апельсин, грейпфрут, красная смородина, лимон, чайная роза, камыш, ландыш, сахарный тростник, корица, мускус, белый кедр, древесные ноты. У меня уже практически вся рука облита этим ароматом. И не только рука, здесь тоже, но еще раз, он такой классный. Итак, аромат выглядит вот так. Я очень часто слышу, очень часто читала насчет того, что этот аромат для девочек, для молодых девчонок, для особенно для тех, которые в университет только бегают. Нет, как же это было? Это вот было на фрагрантике. В институт бегала. Вообще, на самом деле, в институт не бегают, туда ходят учиться. Ну ладно. Так вот, примерная группа возрастная, которую рекомендуют для этого аромата, ну, где-то так, лет от 14 до 20, потом нельзя, потом вот нельзя вообще. Поэтому, ребят, я не знаю, я надеюсь, если вам нравится этот аромат, но у вас табу, что вам нельзя, потому что вам уже больше, чем 21, избавляйтесь от этого табу нахрен, потому что аромат замечательный, даже если вам 78 с хвостиком, и вам нравится этот аромат, я желаю вам носить этот аромат в люди и радовать себя, потому что он замечательный. Я не скрывала никогда, и я всегда об этом говорила, что мне очень нравятся белоцветочные ароматы. Но самое мое любимое направление — это цитрусовые ароматы. Я очень люблю их. Я чувствую себя счастливее с цитрусовыми ароматами, потому что это взрыв цитрусовый. Он мне поднимает настроение, он действительно поднимает дух. По крайней мере, на меня так действуют эти ароматы. Поэтому, когда я слышу хороший цитрусовый аромат, это не может пройти мимо меня. И вот он один из тех, которые мне нравятся, наравне с Light Blue. Кстати, очень многие люди сравнивают его с Light Blue. Да, ну что-то там есть, но я бы не сказала, что это совершенно два одинаковых аромата, и оба вам не нужны. Это два разных аромата, у меня есть оба. Мне нравятся оба. Но если вы не любите цитрусы, или если вы только хотите войти в цитрусовую, по цитрусовой дорожке пойти, то тогда, конечно же, один аромат из этих двоих вам хватит, и выберите тот, что на данный момент, когда вам пришло в голову купить, стоит дешевле, потому что, в принципе, они для нелюбителя цитруса и тот пойдет отлично. Так вот, я против того, чтобы разделять этот аромат или атрибуировать его только очень молодым людям. Потому что, ну, это неправильно. И это получается как? Я с этим ароматом познакомилась, когда мне там было 20, да? И вот теперь я не могу его носить, потому что мне уже не 20 лет. Ну что за хрень? Что за хрень? Я, когда читаю вот такие вот комментарии, я прочитала некоторые комментарии, когда выписывала ноты, я была возмущена. Просто вообще. Это получается, что я теперь уже старая кошелка и не могу носить этот аромат. Хрен вам. Ну, не вам, а тем, кто так пишет, конечно же. Вот. Я в восторге от этого аромата. Он шикарный, радостный, стойкий. Я не знаю ни одного человека, которому этот аромат не нравился бы. Потому что, ну, видимо, люди просто тоже любят такие вот взрывные цитрусовые ароматы. И я не знаю людей, которым бы не нравились ароматы цитрусов. Например, если мы говорим о свежих цитрусах.
И с этими ароматами происходит то же самое. То есть вы можете найти очень много людей, кому не нравится роза, кому не нравится уд, кому не нравится, не знаю, там, карамель. Но цитрусы более-менее они входят в такую нишу, которая нравится многим, очень многим людям. Этот аромат, он отличный представитель цитрусовых, ярких, сочных. Вы, когда нажимаете на распылитель, когда этот аромат на вас падает, ощущение такое, что вы открываете, разрываете мандаринку. Так вот, пах, и все вот так вот цитрусовые нотки все вылазят прям сразу. Мне очень нравится то, что этот аромат стойкий. Ну, я делаю много пшиков. И на мне этот аромат стойкий. Но даже с одного, с двух пшиков этот аромат будет слышно. Это не те цитрусы, которые есть во многих брендах. Особенно если мы говорим, например, о каталожных брендах. Там, например, от Ив Роше. У них тоже есть водички всякие цитрусовые. Там, конечно, стойкости вообще ноль. Здесь стойкость есть. Мне вдвойне приятно, что этот аромат выпустил именно Moschino. У Moschino у них не дорогие ароматы, ну то есть сравнительно с другими, это не цены Шанель, это цены Кошарель, вот примерно вот такая вот Кевин Кляйн, Кошарель, вот такая вот ниша, то есть они немного дороже, чем Ив Роше, но они дешевле, чем Диор, чем Элисаб, чем, я не знаю, что там еще, Джо Малон, в общем, они вот такой вот, такая вот подушка. Примерно, если без скидок, без ничего, то примерно евро 20 за миллилитр. Примерно вот так. Но, естественно, когда есть скидки, это можно найти гораздо дешевле. Я, например, часто вижу 30 миллилитров этого парфюма за 19,90. Кстати, очень часто в Duty Free, в Tax Free есть вот такие цены. Люблю я этот аромат, я думаю, что это понятно по моему энтузиазму, по моему этому видео. Очень он красивый, очень на него реагируют люди абсолютно точно. И, по крайней мере, те люди, рядом с которыми я носила этот аромат, они всегда реагируют на него позитивно. И я думаю, что если вы уже совсем противник цитрусов, то, наверное, тогда вот в этом случае вам цитрусовый аромат этот не понравится. Но здесь не только цитрусы, здесь еще и деревяшечки есть. Кстати, здесь не слышно розы, по крайней мере, я ее не слышу, что очень-очень хорошо, хотя здесь чайная роза. Вот чайные розы, всякие такие вот белые розы, какие-то там утренние розы, розы с росой, то есть все, что такое вот, знаете, разбавлено розовое, я это, в принципе, могу терпеть. Здесь сахарный тростник. Ну, то есть здесь, я бы сказала, зелено-цитрусовый аромат. Ну, больше здесь, конечно, цитрусов, чем зелени. Если вам нравится аромат Calvin Klein Truth, в такой большой бутылке длинной, но вам хотелось бы что-то более цитрусового туда, потому что Calvin Klein Truth, он более, конечно, зеленый, очень яркий, зеленый, красивый, сочный аромат. Попробуйте вот этот вот аромат, не страшитесь его странной бутылки. Я знаю, что для многих людей бутылка вот эта, она отталкивает, когда особенно когда ее видно вот так вот на полках, вы думаете, что за хрень? Это вот реально для детей. Ну вот откиньте вот эти все предубеждения и просто тестируйте сам аромат, а не смотрите на бутылку. И если вам нравятся цитрусовые ароматы, если вам нравятся яркие, сочные, лимонные, апельсиновые, грейпфрутовые, лаймовые ароматы, то вам понравится и этот тоже. Я очень-очень его люблю. Я надеюсь, что его еще долго не снимут. Я уверена, что за этим ароматом, когда его снимут, я думаю, рано или поздно его все равно снимут. И за ним будут так же гоняться, как я в свое время гонялась за базар от Кристиан Лакруа. Там, кстати, такой же посыл, тоже цитрусы, тоже все такое пам, вы вот так вот вы на себя пшикаете и взрыв цитрусовый. Такая же будет история, как с
и в Saint-Laurent in Love Again, который сначала был, он у меня, кстати, тоже был классный был аромат, потом его сняли, потом его перевыпустили, опять же, тоже будут люди его, тоже, я помню, его искали, я тоже его искала, но я его всегда находила по очень ужасным ценам, поэтому никогда я его не покупала, именно вот старый выпуск. То есть это тот аромат, я считаю, который при его снятии его будут искать, потому что он крутой. Много очень сейчас пошло цитрусовых, было прям волна была. Каждый бренд практически делал цитрусовые ароматы, считал своим долгом выпустить один цитрус, хотя бы один цитрус. Но ярких цитрусовых, на самом деле, вот если я думаю сейчас, ярких цитрусовых их на самом деле не так много. Есть моноароматы цитрусовые. Например, у меня есть два цитруса Serge Lutens, у меня есть лимон и апельсин. Но они намного более тихие, чем этот. Здесь реальный такой взрыв в бутылке. По звучанию я этот аромат могу сравнить с, например, Light Blue от Dolce Gabbana. По яркости я могу его сравнить с Versace, с Eros от Versace, с тем же Calvin Klein Truce, но там именно больше в сторону зелени, и с Базаром от Lacroix. Что еще такое яркое, сочное? Наверное, и с некоторыми ароматами Atelier Cologne тоже. Но у Atelier Cologne, по крайней мере, те ароматы, которые я тестировала, которые у меня были практически все ароматы, у меня был календарь адвентийский, там была вообще вся гамма, и у меня было два набора пробников, всех пробников, которые можно было купить на официальном сайте. В общем, поэтому я протестировала, ну, все, ну, вот кроме вот самых новых, которые сейчас у них вышли. И стойкость, конечно, там очень плохая, вот этих их одеколонистых. Здесь стойкость есть, здесь стойкость крутая, это у нас туалетная вода, но, ребята, стойкость здесь супер. Стойкость здесь сравнима с Eau de Parfum, на мой взгляд. Поэтому, если вам нравятся такого рода ароматы, если вы хотите что-то яркое, что-то, знаете, такое вот бодрящее, именно бодрящее, как вода с лимоном, когда вам хочется взбодриться, обратите внимание на этот аромат. Не обращайте внимания на то, что пишут люди, что этому аромату нужно соответствовать. Если у вас нет двух хвостиков, если вам уже больше 20 лет, не считайте себя хуже, не считайте себя недостаточно молодой, недостаточно неподходящим человеком для этого аромата. Я считаю, что нет неподходящих людей, есть ароматы, которые нам нравятся или нам не нравятся. Если ароматы нам нравятся, то мы их носим, когда хотим. Если ароматы нам не нравятся, то даже если мы вышли физически по годам, по другим вещам, такими, какими некоторые люди описывают носители этого аромата, все равно, мне кажется, этот аромат носить не стоит. Если этот вам нравится, носите, сколько бы вам лет не было и где бы вы ни работали. Кстати, этот аромат для тех людей, кто работает в близком контакте с другими людьми, всегда на него все хорошо реагируют, и один-два пшика, если, например, вы в офисе и очень близко с кем-то, то будет супер. На этом все. Я бы очень хотела знать, знаете ли вы эти ароматы, любите ли вы эти ароматы, какие у вас есть ароматы от Moschino, вообще как вы относитесь к марке Moschino и как вы относитесь к тому, что говорят, что этому аромату нужна только молодая носительница. Расскажите мне, мне интересно. На этом все. Я желаю вам прекрасного настроения, замечательного. Пока.